Солигорский центр творчества детей и молодежи и районный комитет БРСМ провели традиционный зимний конкурс «Снеговик-фест», который в преддверии новогодних праздников собрал самых активных и креативных ребят района. В этом году в создании снежных шедевров приняло участие порядка 200 человек. В конкурсе приняло участие 17 команд. Это учащиеся молодежь Солигорского района, это школы, колледж, учреждения дополнительного образования. Начинаются школьные каникулы, и мы таким вот образом встречаем эти новогодние школьные каникулы так креативно. В конце конкурса ребят ждал сладкий стол, чай. Погода в этот день выдалась по-настоящему холодной, с мокрым снегом и сильным ветром. Но, несмотря на это, ребята с удовольствием воплощали свои идеи. Благодаря их стараниям улицу Ленина украсили символы наступающего года – золотая рыбка, нарядные елочки и веселые снеговики. Мы не лепили снеговика, мы сразу же лепим фишку. Это золотая рыбка, чтобы она исполняла все желания в 2019 году. Приходите, фоткайтесь и выложите их во все соцсети. Нам очень хотелось, чтобы наша инсталляция была истинно новогодней. Сделали желтую свинку, красивую елочку и замечательного снеговика.